До единого дня голосования остается 3 дня. Для того, чтобы волеизъявление лабытанцев прошло с соблюдением всех требований законодательства, десятки людей ведут скрупулезную ежедневную работу. И с сегодняшнего дня такой работы у них прибавилось. Членам участковых избирательных комиссий переданы бюллетени для голосования, а это более 55 тысяч листов. Андрей Симоненко продолжит тему. Работа по приемке избирательных бюллетеней скрупулезная и требует внимательности. Например, на избирательный участок номер 305 нужно получить по 800 бюллетеней 4 видов. Итого 3200 листов. Их обязательно нужно пересчитать. В одной такой пачке 50 листов. Кроме самих бюллетеней получают пломбы для избирательных урн, а также марки, которые клеятся на листы для голосования по федеральным выборам. Сейчас надо будет бюллетени, особенно на федеральные марки наклеить, подписать, печати, чтобы все были готовые бюллетени к голосованию. На некоторых участках, где будут проходить до выборы в городскую думу, бюллетеней еще больше, а всего их развезли по местам голосования более 55 тысяч. Все они будут храниться в сейфах до дня голосования. Андрей Симоненко, Дмитрий Свирид, программа «Время местное».